названы разрушители сосудов, считающиеся полезным питанием. Обезжиренные и сахаросодержащие продукты могут навредить сосудам хуже свинины. К такому выводу пришли эксперты в области питания. Так, многие в погоне за полезным питанием выбирают обезжиренные или низкожирные молочные продукты. Но это заблуждение. Кальций в обезжиренном твороге или молоке усваивается организмом в разы хуже. Кроме того, для улучшения вкуса туда часто добавляют сахар, который является главным врагом сосудов. Соки и нектары из магазинов, поражающие воображение многообразием вкусов, тоже сильно переоценены, утверждают эксперты. Все думают, что в них много витаминов, но на самом деле обычно там можно найти только витамин С и иногда провитамин А. Для усиления вкусовых свойств туда тоже добавляется много сахара. Рекомендация от врачей – отдавать предпочтение свежим фруктам и овощам или выбирать напитки без добавок, читать этикетки. Что касается кисломолочки и пользы содержащихся в ней лактобактерий для кишечника, то все это актуально только для натуральных, не подвергавшихся термической обработке продуктов без добавок и красителей. В противном случае можно заработать проблем. Так, в йогурте может содержаться весомая порция дневной нормы сахара. Эксперты призывают не поддаваться влиянию рекламы и внимательно изучать состав продуктов на упаковке. Больше полезной информации вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании. Мы надеемся, что наше видео принесло вам полезную информацию и вдохновило вас заботиться о своем здоровье. Не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями, которым тоже важна медицинская информация. Вместе мы сделаем мир здоровее и информированнее.